Мы уже сообщали вам о том, что народный артист России, композитор Александр Чайковский, начинает работу над оперой, посвященной трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Сегодня он побывал в Чувашском государственном университете имени Ульянова на факультете искусств. Книги и сборник «Нос» с чувашскими песнями, подаренные композитору, помогут ему окунуться в атмосферу тех лет, лучше понять народную музыку. Здесь важно все – архивные материалы, военные карты, реальные рассказы. Погружение в мельчайшие детали улучшает восприятие прошлого. Лейтмотивом оперы композитор планирует сделать чувашскую музыку. Вместе с коллегой, народным артистом России Марисом Яклашкиным, они обсудили ее особенности – идейный и эмоциональный фон будущей оперы. Завершить оперу планируется в конце 2022 года.